Привет, друзья! В России начались испытания на полигоне Капустин-Яр тактических баллистических ракет «Искандер-1000» с предполагаемой дальностью полета от 900 до 1300 км. Размещать ракеты планируется предположительно в западной части России и Калининграде. Зачем это делается? Дело в том, что взлеты самолетов МиГ-31К с ракетами Х-47М2 быстро засекаются спутниками оптико-электронной разведки. Новые ракеты комплекса «Искандер-1000» сохраняют классическую компоновку ракет линейки 9М723, но имеют до 15% увеличенный объем твердотопливного заряда, что увеличивает период работы двигателя ракеты. Предположительно, ракеты комплекса «Искандер-1000» с топливным зарядом на основе октогена смогут поражать цели на дальности до 1000 км, имея заряд от 300 до 350 кг. Для ударов по целям на дальности до 1300 км ракеты будут иметь боевую часть весом от 200 до 230 кг. В перспективе скорость ракет «Искандер-1000» может достигнуть значений гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.